Запланированный на лето ремонт ульяновских магистралей завершен уже на 65%. В первую очередь работы ведутся там, где находятся наиболее востребованные автолюбителями участки и где модернизировать трассу сложнее. Например, расширение проезжей части на улице Репина. На сегодняшний день мы выполняем работы по уширению проезжей части на улице Репина. Вот, в данный момент вы как раз наблюдаете процесс работы. Данная улица оказалась не такая уж и легкая. Мы столкнулись и с сетями, с переносом инженерных сетей. Выполнили необходимых 2 прокола под дорогой. Достаточно сложный элемент работы. Кроме того, оказалось, что обочина сильно заболочена. Пришлось отводить воду от заболоченной части. Тем не менее, сейчас работы близки к завершению. Установлен бордюрный камень, сформирована подушка, осталось положить асфальт. Сам ремонт заключается в том, что это снятие старого асфальтобетонного покрытия, выполнить уширение классическим методом до 10 метров шириной, именно от участка от дороги от церкви до перекрестка с Наримановым. Полностью будет устроена новая дорожная одежда, именно на уширение. Также в ходе работ выполнена замена старого бордкамня на новый. И затем мы планируем уложить местами выравнивающий слой и основной слой асфальтобетона толщиной 6 сантиметров. Завершаются работы и на проспекте Созидателей в Новом Городе, где под надзором городского управления дорог и транспорта работает другой подрядчик. Однако здесь, кроме дороги, уже полностью сделан тротуар вдоль магистрали. После завершения дорожных работ будут облагорожены прилегающие территории. Привезут чернозем и засеют газон. На проспекте Созидателей сейчас доводятся последние штрихи, идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Выравнивающий был уложен неделю позже. Вот. То есть завтра, послезавтра, надеемся, если погода нам благоволит, то подрядчики выйдут на верхний слой. Всего к концу сезона в Ульяновске отремонтируют 19 улиц общей протяженностью более 22 километров. Кроме того, губернатором Ульяновской области принято решение о ремонте еще 7 улиц. Дополнительное финансирование на эти работы в размере 160 миллионов рублей уже выделено. Работы начнутся в ближайшее время. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.